Всем привет! Вы смотрите канал Ананас Ленд. Только самые актуальные новости из мира шоу-бизнеса. Королю российской поп-сцены Филиппу Киркорову пришлось смотреть первый полуфинал Евровидения с высокой боковой трибуны, так как его не пустили в VIP-зону. Киркоров пытался пройти в VIP-зону, однако его имя не нашлось в списках. Кроме этого, Киркорову пришлось отстоять очередь ради того, чтобы купить мерч Евровидения. При этом в соцсетях артист опубликовал видео, снятое возле первого ряда. Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров прибыл на Евровидение в качестве почетного гостя. Этот поступок вызвал негативную реакцию в соцсетях, так как Россию в этом году от участия в конкурсе отстранили. Первый полуфинал Евровидения прошел в итальянском Турине 10 мая, второй полуфинал – 12 мая, а финал – 14 мая. С вами был канал Ананас Ленд. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии, а также нажимайте на колокольчик. Ананас Ленд – ананасовое настроение.